машину, потом кино с тобой сделаем. Хорошо, как придем в магазин, обязательно куплю. Петь что-то приуныл. Сегодня у нас на завтрак кофе, апельсиновый сок, сыр с багетом, сосисочки, дыня и шампанское. Вы отправляетесь на лифте. А где лифт-то? Вот он приехал. А я пойду пешком. Открывай дверь. Петь, как? Сними лифт. С очень, очень компактненький лифт. Ладно, заходи с нами. Да ладно, я хочу по лестнице пройтись. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi, il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Петя, ты рад, что у тебя есть своя собственная башня? Нет. Петя, покажи свою башню. Башню покажи. Что на ней написано? Петь, ну как тебе в Париже? Скучно. Почему скучно? Хотел на Эйфелевой башне оказаться, не оказался. Ну ладно, окажется завтра или послезавтра. Когда там не будет очереди, сейчас там Варя все расскажет, как там оказаться без очереди. Ну видишь, сегодня там какая-то сложная пропускная схема. Приехали на Нотр-Дам де Париж. Сейчас я веду свою экскурсию по самой узкой улице Парижа. Улица называется Кот, который рыбачит. Так. Rue du Chat qui pêche. Полехин, привет. Мы решили, что это твоя улица. Потому что кипеш. Ну, пойдемте. Вообще этот район называется Латинский квартал, то есть отсюда начался Париж. И самое узкое. Да, и тут. Наконец-то мы решили заняться тем, чем и нужно заниматься. А ты не хочешь сесть? В отпуске и в Париже мы решили сделать пикник. Привет, Вареник. Привет, я тоже участвую в пикнике. Петь, ты участвуешь в пикнике? Еще не решил. Так, у нас тут сырочек с бумажками. Какая-то это. А еще важная жемчужина нашего пикника — это розеточка размера магнум. Пожалуйста. Ой, как хорошо! Я так люблю такие
Ты иногда так хорошо реагируешь. Да вообще прекрасно посидеть на бережку. А мы не утонем? Да. Нет, если будем вести себя аккуратно, то не утонем. Если туда не свалиться, печень. Ай, у меня колено бежит. От солнца? Нет, а если остров утонет, то мы утонем. Ты знаешь, что в этом году было наводнение в Париже? И уровень воды, смотри, вот он сейчас тут, а он доходил вот до туда. Видишь? Да ладно тебе. Да, да, в этом да, году? Да. В этом году. Вы не видели наши новости? У нас такого наводнения не было с 1910 года. Кому намазывают? Чего сыр? Себе? Не намазывают, да, 6 августа. Это у нас было очень высокое наводнение. У нас вот эта вся часть, все дороги были перекрыты. Лувр эвакуировался, все экспозиции Лувра с нижнего этажа. Затопляло? Затопляло. То есть есть у нас несколько мостов вот через Сену. То видишь, где арки? Там на одном мосту, спасибо большое, есть фигура. На которой меряется уровень воды и как бы вот эвакуация и так далее. И вот до эвакуации не хватало 4 сантиметра всего. То есть если бы это дошло, то уже все. То машины здесь плавали вот так. То есть чего здесь себя? Вода была здесь. Реально, то есть вот это вот. Не, но здесь это... я еще могу представить, это окей. Но чтобы вот до туда. Вот до туда прям. То есть я была, я не знаю, даже в Инстаграме выкладывала эти фотки, что все было затоплено. Что в этой бутылке? Расскажи, пожалуйста. Там письмо. Давай выберем место, где мы его прячем. Давай, если вы окажетесь в Париже, идите на речку, правильно? И вот на речке увидите дерево. И за этим деревом, вот здесь представь, никому же не видно. Ну, расскажи сам. Например, за 3,57 можно купить очистки от карандашей. Очень вкусные. Да. Что берете? Сливки. Зачем нам сливки? Или это совсем жесткие? Спрось. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h, Paris s'éveille. Paris. Парк Андре Ситроена. Здесь есть вот такой воздушный шар. И мы собираемся на нем подняться на воздух. Оператор шара. Интересно, он пилот? Да, Петюнь, не переживай. Почему нельзя? Где Петя Эйфелева башня? Вот она. Вот зачем камера. Да. Вот
центре Помпиду. Это центр современного искусства. Потому что эти стульчики произведения искусства нового. Мне кажется, ты уже начинаешь разбираться. На русском кино. Петька, ну как чувствуешь? Ничего. Есть гипноз? Лепейте с вафлями. Вкусные вафли, Петень. У нас есть сангрия, есть немножко пивка, есть огромный бутерброд. Очень красиво достала. Молодец. Сделанный вот из этого. Вот. Вот из этого. И это какие-то... Это какие-то особые французы. Баски. Ну как? Типа телятины. Пап, возьми ручку. Все, Петень. Давай. День десантника французского. Пьер. У нас Пьер. Да. Мальчик Фонтани. Как тебе, Пьер, фонтанчик? Ведь как тебе водичка? Тепленькая? Ну ладно, сейчас выспись. Теперь можешь... Ну, не переживай, бывает такое. Холодно сейчас, но сейчас жарко, выспись. Обляпался. Из нее видно другую арку. А это другая арка. Старенькая, видишь, какая. А мама ее Наполеон построил в честь своих побед. Нет? Не знаю, эти голые. Давай руку. Осторожно, не стукнуться. Ногу туда ставь. Еще выше поднимай. Хочет встать. Не надо, Петя. Ну не встают, но она еще может упасть. Зачем? Да, то что если она упадет, будет не очень. Слезай, нельзя так делать. Покажи, куда мы едем. Диснейленд? Что ты там будешь делать? It's a world of laughter, a world of tears. It's a world of hopes and a world of fears. There's so much that we share that it's time we're aware. It's a small world after all. It's a small world after all. Et tout le côté spectaculaire a été ensuite ajouté par les... Marie-Pierre Cacquet. Make this mythical city even more spectacular.
Чувствуете? Так. Петь, ты как себя чувствуешь? Большая очередь. Мы пойдем вон куда-то туда, наверх. На видео это будет быстро, но мы стояли очень долго. Готов ехать на лифте? Правильно делаешь. И башни страха мы катались. Видео я, к сожалению, не снял. Там вообще кошмар был. Страшно петь было. Ты помнишь, там были голограммы? Такие джук-джук-джук-джук-джук. А еще прям пиу, падали вниз. Смотри, какой у тебя значок классный. Юман. Петя говорит, ну, а там не было на картинке той красной штуки. Your shoes are sick. Сверху ванильный. А это шоколадный. Вечереет. Народ. Идет. Мама. И что-то нам принесла. Сэндвичи. А мы мороженого натрескались. А что вы видели? Мороженого натрескали. Уже видно луну, уже включили подсветку замка. Смотри, я вижу, у тебя есть две крутилки. Нравится тебе? А тебе, мама? Почему тебе не понравилось?
А что на них понравилось? Что больше всего понравилось? Это такие штучки, которые все время подорвались. Приподнимались эти те. Все время приподнимались. Ну, они там все такие. А, со слонами? Рыба? Понравилось? Где вы стреляли? Как в пистолете, ну, как база. Понравилось? Мы в детском каком-то месте, Петя. Где мы находимся? Для Вилет. Для Вилет. Ого. Привет, скажи пару слов. Привет, Денис. Отлично, это Аня. Которая пытается писать по-арабски. Ну, у вас тут это такое дело перспективное. Не, не сюда. Должна прикасаться. А поменьше нет? Нет. Давай попробуем черную. Вот. Еще раз, Петюнь, вторая попытка. Очень быстро. Давай, давай, беги, беги. Беги. Давай, сейчас оно. Давай. Давай. На самую высокую точку, это там, Парижа. Как называется? Монпарнас? Монмартр. Базилика Сакрикё. И отсюда открывается чудесный вид на город. Вон. На Эйфелеву башню. Там был Петька, он спит. Решили пойти пешком, потому что на лифт очень долго стоять в очереди. Вон какая очередь, если хочешь идти, если хочешь идти на лифте. Сегодня еще погода очень такая, не жаркая. Облачно, солнышка нет. Поэтому можно жить. Итак, мы поднялись на первый этаж. Как вы? Прогнали людей со скамейки. Каких? Девочку с мамой. Почему? Ну, я сначала Петра положил, а он разлёгся на скамейке. Мы идем на второй этаж. Здесь
Петюнь, не кажется тебе, что как-то слишком медленно спускаешься с башни? Столько еще много лестниц. Ты считаешь ступеньки? Мы собираемся ехать домой. Вот этом вот автобусе. Вот арка Триумфальная. Там за деревьями. В целом мы провели время хорошо, даже очень. Так? А ты, Петь, что скажешь? Петь ничего не скажет.